Соревнования по теннису во Владивостоке – вещь довольно редкая. Детские турниры особенно. Под конец зимы юным спортсменам улыбнулась удача. В приморской столице состоялись трехдневные соревнования под эгидой российского теннисного тура. Иначе говоря, игры, на которых можно набрать официальный рейтинг. В связи с этим участников заявилось предостаточно. Более 70 человек из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и других городов края. Уровень ребят заметно поднимается с каждым годом. К примеру, сейчас вот у нас есть участники в младшей группе. Они входят уже двадцатку по своему возрасту по всей России. Вот. Парень с Хабаровска, который занял первое место, ну, у него больше 1000 очков. Я не знаю, к сожалению, не знаю, какое он место сейчас по России занимает, но это тоже очень серьезный показатель. На турнире 4 возрастные группы от 9 до 17 лет. Для кого-то игры как разминка перед чем-то более крупным, для других же едва ли не первые матчи в жизни. За своих маленьких звезд болеют родители, для которых теннис стал уже общим семейным делом. Теннисом я занималась в любительском виде, так скажем, очень недолго, с тренером, ну, на совсем любительском уровне. Но смотрим с большим удовольствием всей семьей. Мы, наверное, азартные люди в этом плане. У меня играет дочь Дарья Атлетова. Мы уже около 6 лет занимаемся теннисом. Конечно, очень волнительно, очень сильно переживали. Ну, молодцы. Мы в призовых местах. Финалу турнира в лидеры выбились владивостокские спортсмены. Правда, в решающих играх хозяевам не особо повезло. По итогу первые места в своих категориях заняли Кристина Попова и Иван Смирнов из Комсомольска, София Белик из Владивостока, а также хабаровский теннисист Игорь Кожевников. Вторые и третьи места результатом тоже остались довольны. Я впервые прошел в этой категории в полуфинал, но в полуфинале я проиграл, к сожалению. И я играл за третье место. Когда я играл за третье место, я проиграл первый сет. Я думал, все, я проиграл. Но я сказал себе, не сдавайся. И я занял третье место. Несмотря на редкость соревнований, теннис в городе и крае, по мнению специалистов, развивается оптимально. И дети, и взрослые сегодня не только борются за местные медали, но и защищают честь России за рубежом. Пытаемся развивать, конечно же, но по сравнению, к примеру, с прошлым годом, когда у нас из участников было заявлено около 40-50 человек, на этом турнире у нас уже более 70 человек. То есть, ну, растем в объемах, больше детей начало заниматься. Вот, к примеру, даже что касается дома тенниса, мы подсчитали уже на сотни детей больше, чем по показателям прошлого года. Уже совсем скоро, 1 апреля, состоятся соревнования и для взрослых спортсменов. В честь своего дня рождения дом тенниса соберет на кортах несколько десятков участников со всего Дальнего Востока. Максим Яковлев, новости спорта на Восьмом.